работу нам попало два проульва. Что сделали? Новая форсунка, крепление, переходное кольцо сильно очень доработали, крепление к корпусу усилили, защитный фильтр в виде сеточки, покраска обязательно, доработка крепления к баку, новые болты, покраска ржавчины, потому что тут обычный металл, все ржавеет сразу же. Так, второй то же самое, но тут еще фильтр сделали с поролончиком, тут мощный двигатель, он вполне тянет, хорошо работает, и поэтому с поролоном сделали. Здесь двигатель слабый, поэтому без поролона, просто сеточка. Давайте посмотрим, что получилось.